к 3822.06.2018, обновлено 13.52.22 июня 2018 года 23.306 Москва, 22 июнь, РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Липова начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Назначить Липова Андрея Юрьевича начальником управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорится в указе президента, текст которого распространила пресс-служба Кремля.